к Харовсу атакуем. Или к Харовсу атакуем. Да черт, где не был. Может, рейнджеры полетели. Да что фронт рейнджеры так они где-то где не было, скорее всего, летали. Ну тут надо ли военная база, чтобы... Или центр рейнджера. На Талоте. А и голос отстояли. Отбили и отстояли, которые... Ну, надо уже в Кефрон можно лететь. Рейнджеры несут решающий удар. Мы. Не понял, сколько это. Миллион. 40 тысяч. Асом ставь. Ну мы сейчас скорость на этом такие единицы нет. Три, ладно, все понятно. Потоковые бластеры. Разрывные снаряды. 320 коротеньких. Как вместо пушки можно ходить. Нет, экипировать их можно было. Бластер почти 7000. Еще торговать лучше тут. Торговали просто. Где вообще старый рубеж? Ну выгоднее торговать между планетами. Цена совсем мизер.
выйти, мы выехали. Вот опытный пилот. Следующая стадия капитан. Ну, то есть сейчас можно спокойно выйти. Он относительно быстро домчал. Но у него вооружение, конечно. Он с трех ракетометов начал. Даже не с пар. И сейчас мы можем резак. Ну, меньше давать. Неизвестно. 240-й фазер. Усовершенствованный фазер, он, значит, тяжелое повреждение. Непонятно как. Ну, торпеды хорошо отбивают. Тут 69 урона, тут фазер. И 350 дамит, а тут фазер 240 дамит. 38 урона. Ну, пару фазеров это как один резак. А цена, ну, цена один рак, если суммарно. Фазер. 9500. Ну, тут точно сильно влияет. Тут на фазере точно, ну, практически не влияет. Возможно, он дает какие-то криты. Ну, трапеза, да, трапеза не беру. Третий корпус, он нормальный. Блокирует до 3 единиц ущерба. У нас на сотку выше, у нас защита 25 ватт. Не уровень вооружения. Вот тут роскошь 538. Автосистеме 600, а там максимум 570. Это индустриальная сказка смешанная, ну тоже кухня. Но ты лететь обратно в самый низ. Либо летит вверх, Кефрон уже там же. Там две богатых планеты. Так, на Орлена. Кефрон это Орлена. Хэлл почти все медикаменты происходит. Славия знает. 315, 301 свобод. Тут что? Вообще. Но там были минералы по 40-35, максимальная цена 24, 28. Пиздите. Ну как раз партия почти под 40. Есть. Ноды перекинем. На центральном виде. Ну, почти выгодно, как далеко летать.